Привет. Что вам нужно? Делай, что я скажу, и никто не пострадает. Забирай ноутбук и убирайся оттуда. Заряда батареи тебе хватит. Будь свободен. Слева по коридору, на твоем этаже, есть служебный лифт. Поторопись. Времени в обрез. Спускайся как можно скорее на подземную стоянку. Кто ты такой? Умеешь хранить секреты? Дорейте! Встречайте, Джилл Годдард! Что это? У нее в сумочке стоит скрытая камера. Почему ты выбрал меня? Она привыкла морочить голову парням вроде тебя, а я решил с ней поквитаться. Стой, где стоишь. Стоит мне лишь нажать несколько клавиш, и она сделает все, что ты попросишь. Да что тебе нужно? Джилл, нет! Нет! Нам известно, что ты задумал. Человек в черной маске может быть кем угодно. Лучше не выходи из машины. Гони! Она в багажнике. Что тебе нужно? Стой, стой, стой! Ничего не делай! Мне ничего не стоит показать все это полиции. Полиция! Они думают, что знают, кто ты. Ты можешь выключить камеру, можешь выключить компьютер, но помни, ты единственный, кто так сильно хочет меня увидеть. Меня достал этот бред! Как тебя найти? Если больше половины из вас сейчас же уйдут с этого сайта, она будет жить. У вас есть 10 секунд. Пора попрощаться. Открытые окна. Может, мне лучше остановиться и попробовать заново? Скоро в кинотеатрах.